Вы не догадались, то обидно на самом деле, что двоичную систему я вам сказал сегодня. Давайте сделаем так. В эту игру вы сейчас сыграете со мной. Вот. А именно, есть подтверждающая доска, вот эта. Согласны? Совершенно замечательно, вообще это очень хорошая аудитория, действительно хорошая доска, чудесная. Жалко, что не во всех школах. Вот вы пишете здесь. Нет, так. Каждый напишет число, камера это покажет. Я для тебя честно подвязываю. Вот. И доску надо будет задвинуть. Делаешь? Да. Пусть я делаю и скажу, когда задвинуть. Быстро, каждый пишет по одному числу. Так, ну вы обещаете не называть число, ладно? Каждый из них пишет одно число от 1 до 100. Закройте доску. Все три написали? Да. Пусть закроем доску. Задвинули полностью? Да. Отлично. Задаю первый вопрос. И каждый из вас отвечает. Кстати, я бы советовал вам сейчас сделать следующее. Каждому загадать свое число. Прямо так же, как они. Взять и написать одно свое число, с 1 до 100. И когда я буду делать некоторые операции, то делать эти же операции с вашим числом. Понятно, о чем я говорю? Понятно. Каждый записал, загадал? Записал, загадал. Отлично. Так вот, я всем задаю один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, это число четное? Четное это число или нет? Это число нечетное. У вас тоже нечетное. И у вас у всех троих нечетное. Отлично. Я опять отворачиваюсь. И прошу их сделать следующее. Значит, во-первых, открыть доску. Вычесть из написанных чисел единички. То есть собрал? Нет, я ошибся. Нет, ошибся, собрал, вообще это одно и то же. Так, закройте доску, скажите правильный ответ. Закрыли уже? Закрыли доску? Да. Закрыли. Кто сказал неправду? У меня. Это вот здесь. Да. Отлично. Так вот, сейчас, перед тем, как вы раскрываете доску, что сейчас от вас будет требоваться? Вот вам вычислить число 1 и результат разделить на 2. Не написать. Вычесть 1, результат разделить на 2 и написать. Вычесть 0, то есть ничего не делать, и разделить на 2, и результат написать. Все понятно? Все. Открываем доску, пишем. То есть нужно из числа вычесть то, что у меня сейчас было написано, и разделить на 2. Кто уже посчитал, вы пишите, помогите. Все. Убрали. Сделали, убрали? Да. Убрали, отлично. Оно четное или нечетное? Не первоначальное, а то, которое сейчас написали. Оно у вас нечетное. Черная. И у третьего? Четная. Значит, господа, просьба к вам будет такая, как только что была. К вам единицу вычислить, пополам вычислить. А вам двоим вычислить. Ничего не вычитать, а просто разделить пополам и вычислить. Все понятно? Все, отодвигаем доску, делаем. Все уже поняли, что процедура работы будет одна и та же все время. Если честно, она называется разложение числа в двоичную систему. Убрали? Да. Замечательно. Вы помните, какие там числа? Оно четное или нечетное? Оно нечетное. Значит, пишем один. У вас четное. У вас то же самое. Вы вычитаете один и делите пополам, а они просто делят пополам. Пишем.
Отодвигаем доску, пишем. А узнаешь сейчас. Недолго осталось. Все, все. Закрыли доску. Да. Тот же самый вопрос. Четная? Нет. У вас? Четная. Четная. У вас? Не четная. Нет. Так, просьба та же самая. Открываем доску. Я думаю, у них там уже все должно быть легко. То есть числа все время уменьшаются, пора. Сделали? Нет. Да. Да. Сделали, молодцы. Вопрос предпоследний. Четное? Нет. Нечетное у вас число. У вас? Нет. Нечетное. Сейчас число нечетное написано, да? Нечетное. У вас? Нечетное. А? Четное. Вот вы двое. Вы читаете единицу и делитесь пополам. А он просто делит пополам. Все? Работаем. Я угадаю? Конечно. Ребята, вы уже не видите, я правда смотрю на вас. У меня там нет никаких подкупленных родителей. Все. Ровное? Вам тебя? Да. Точно. Да. Да, отлично. Господа, садитесь, потому что от вас уже больше ничего не зависит. А я делаю простую вещь. Один, два, четыре. 8, 16. Складываю все эти числа. Получается у меня 31. 1, 2, 4. 8. Ой, 8, да. 16. Складываю что? 16 и 1. 12. 1, 2, 4, 8. Получаю 8. Теперь смотрю. Должны быть числа 31, 17 и 8. Нет. Спокойно. 31, 17 и врунишка. Загадала число 72. Замечательно. Это число черное, поэтому должен был сказать 8. 36 число черное, должен был сказать 8. 18 число черное, должен был сказать 8. А вот здесь число 9 и черное. Поэтому должен был сказать единицу. Четверка число какое? Четверка число четное, поэтому должен был сказать 0. Двойка число четное, поэтому должен что сказать? Ноль. А это не он, Мишка. Это я, Мишка. Смотрите, почему. Я пообещал вам разгадать за 6 вопросов. А теперь смотрите, что такое 6 вопросов. Когда ни одного вопроса не задал, то у вас как бы никакой информации нет, один просто вариант, да? Когда задал два вопроса, давайте я покажу. Когда задал один вопрос, то бывает либо да, либо нет. Задал два вопроса, бывает либо да-да, либо да-нет, либо нет-да, либо нет-нет. 4 варианта. Задал 3 вопроса. Произошло каждый раз деление пополам. Сколько здесь точек? 8. Вопрос 3. Задал 4 вопроса. Получилось сколько? 16. Задал 5 вопросов. Получилось? 32. Задал 6 вопросов, получилось 64. Ребята, я переоценил свои возможности. Я понадеялся, что вы не будете использовать.
использовать числа большие. То есть, если бы вы загадывали числа до 63, то тогда я бы отгадал. Я бы справился за 6 вопросов. От 0 до 63. 64 варианта при помощи 6 вопросов это разгадывается. А 72, вот в чем дело? На самом деле двоичная запись числа 72 выглядит вот так. 72 это 64 плюс 8. И я вот эту единицу не выслушал. Я оборвал игру на 6 вопросе, понадеявшись, что вы большие числа не загадывали. А один из вас, двое действительно не загадали, а один из вас взял и загадал число 72, не меньше, чем 64.